Здравствуйте. Сегодня проверка дивана. Комплекты мягкой мебели из Лувра. Фирма Co-Nice. Вот сейчас мы проверяем одноместное кресло. Оно двусоставное, у него спинка снимается, и поэтому, когда оно будет идти в упаковке, спинку нужно будет обратно присоединить. Значит, первая проверка тактильная. Вот мы трогаем, кожа толстая. Ее видно, что она толстая. Вот. А сзади кожа. Вот так он выглядит. Это юбка. Юбка. Вот, пожалуйста. Можно видеть материал. Здесь есть липучка. Липучка соединяется с креслом снизу. Вот одной рукой это делать неудобно, но потом вот вы там будете собирать ее. Значит, здесь видно клипсовое соединение. Это клипсовое соединение, которое позволяет быстро присоединить спинку и также ее быстро снять. Для удобства транспортировки спинка снимается, но она идет в одной коробке вместе с креслом. Значит, вот внутри видно, что все там закрыто материалом. Вот здесь вот прощупывается сейчас это пружины. Это змеевидные такие синусоидные пружинки, которые держат основную массу. Вот. С лицевой стороны это у нас клавиша, которая поднимает ножку. Вот, пожалуйста, ножка работает. Смотрим на ножку. Механизм крашеный, не ржавый, не скрипит. Внутри все закрыто материалом. Болты все крашеные, не ржавые. Ну, в общем, все новое. Все новое, все работает. Так что нареканий к этому креслу нет. А строчка, вот хочу обратить внимание, строчка ровная. Пожалуйста, строчки все ровные, вот я так подведу. Вот она ровная. Дальше, здесь сделано, поскольку здесь в этом месте у кресла идет усилие на материал, здесь дополнительная вставка усиливающая сделана. Вот так оно выглядит. Нареканий к креслу нет никаких. Пятен нет. Кожа вся. Но она немножко помялась, потому что она была в упаковке. Но это не принципиально, это все потом выровняется. Материал везде имеет одинаковую толщину. Это везде одинаковый материал. Пожалуйста. Тактильно это все кожа. Вот, пожалуйста. Здесь также мягкое все. Вот здесь, к вашему сведению, упаковка. Упаковка делается из мешковины, гофрокартон, полиэтиленовый пакет и пропиленовая пленка. Вот такая упаковка. Вот кресло в собранном виде. Спинка отстегнута. Делается это легко одним человеком. Вот это клипсовое соединение. А вот направляющая, на которую кресло цепляется. Вот так это все выглядит. Очень простая конструкция, очень удобная. Это полностью американский стандарт. Компания работает на американский рынок. Ну вот, пожалуйста, это еще одна часть вот трехместного дивана. Значит, это боковина. Здесь вот хорошо видно, как она будет устроена внутри. Это мы сейчас все посмотрим. Значит, поверхностный осмотр, повреждений кожи, разрывов. Ничего такого нет. Все аккуратно собрано. Места, которые подвергаются растяжению, напряжению, они все отдельно прошиты отдельными сегментами. Вот эти места, которые подвергаются натяжению, напряжению. Вот они все прошиты вот здесь так вот.
Сборка, швы. Цвет материала одинаковый. Отличий в цвете между спинкой и сиденьем нет никаких. Все в порядке. Сейчас смотрим, как кресло устроено. Вот, пожалуйста, пружина. А внутри пружины вставлено, я спросил, зачем это сделано. Вставлен кусочек поролона для того, чтобы пружина не звенела. Вот так вот. Когда вы будете сидеть, пружина звенеть не будет. Ну, видно, что механизм весь полностью выкрашен, ржавчины нет. Он новый. Вставлены везде сальники, которые позволяют ему не скрипеть. Значит, сборка этого кресла, она очень простая. Вот здесь видно первый шип и второй шип. То есть кресло просто вставляется одно в другое на уровне напольной рамы. И таким образом они соединяются, превращаются в одно целое. Вот, значит, внутренняя часть. Вот это вот видно клипса соединительная, которая держит на себе кресло, спинку кресла. Вот так. Ну и сейчас проверим механизм. Так вот, я открываю рукоятку, и кресло открылось. Смотрим сборку. Тут все прошито, тут все собрано. Тут фанерная панель. Есть даже вот молния, видно, как это все собиралось, то есть для наполнителя. Вот поролоновая основа, подушка. Это так называемая memory foam, то есть она это специальный латексный поролон, который запоминает форму. Вот так вот. Такая конструкция. Вот вид на кресло сверху.